Друзья, вы снова на моем канале. Решила запастись морковкой, лучком на зиму заморозить в морозильной камере. Лучок я порезала мелкой соломкой. Морковочку порезала тоже соломочкой. Такая вот соломочка. Хранить буду в таком контейнере. Вот такой контейнер очень удобный. Закрывающийся крышкой. Вот такая крышечка. Здесь вот такие застежки по бокам. Хранить буду морковь в морозильной камере. В контейнер сложила аккуратно морковь. Сверху складываю аккуратно лучок. Это у меня такой запас на зиму. Зимой, когда мне будет нужно приготовить плов или борщ или щи, я вытаскиваю из морозильной камеры, складываю все овощи на сковородочку и обжариваю на растительном масле с томатной пастой. Запас овощей, моркови и лука для борща. Вот такой вот у меня запас. Закрываю аккуратно крышечку. Здесь вот такая ручка. Защелкивается с двух сторон. Вот. Можно хранить в холодильнике. Друзья, кто не подписан на мой канал, подпишитесь, поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. Увидимся в новом видео.